Стальное сердце. Делаем кардио правильно. Кардиотренировки способны придать вам энергию, а сердцу выносливость. И в виде бонуса бодрость и сжигание калорий. А вашему сердцу выносливости. Что ж, разберемся, каким образом следует тренироваться, дабы иметь все это, не причиняя ущерб здоровью. В первую очередь, кардио нужны тем людям, которые уже в возрасте. Это поможет укрепить сердечно-сосудистую и дыхательную систему. Кардио улучшает сон и делает энергичнее. Это занятие поддерживает физактивность и полезно тем, кто имеет лишний вес, либо проблемы со здоровьем вследствие низкого холестерина и улучшения метаболизма сахара. Такие упражнения нужны также тем, кто просто желает скинуть вес, так как подобные занятия эффективно борются с калориями и увеличивают выносливость. Кардио – это занятие бегом, быстрой ходьбой, скакалкой, аэробикой, плаванием, езда на велосипеде, эллипсоид. Кардио также относит и виды танцевального фитнеса, к примеру, зумба. Против таких нагрузок калории беспомощны. Занятия кардиотренировками эффективны вместе с силовыми занятиями. Опытные фитнес-тренеры дают рекомендацию, что надо заниматься силовыми тренировками и кардио по соотношению 50 на 50. К примеру, на 2 силовые приходится 2 кардио. Очень эффективно проводить занятия в разные дни. Однако, если график неудобный, то можете комбинировать их в одном занятии. Начинайте с 15-минутного бега на дорожке, а потом приступите к силовым. Силовая тренировка не ограничивается тренажерами и упражнениями с использованием веса. Придать фигуре красивый вид могут и обычные занятия собственным весом. Отжимайтесь, делайте выпады, скручивайтесь. Подойдет также бёрпи и многое другое. Необходимо следить за частотой пульса. Это ключевой показатель. Следите за пульсом, дабы не навредить себе и дабы достигнуть результата. Если значения низкие, то результата не будет. А вот высокое значение принесет неприятности телу и организму. Используйте пульсометр. Либо меряйте пульс сами. От 2 до 3 раз на протяжении тренировки. Следует выбирать низкоударные кардио. Это относится к тем людям, которые имеют проблемные суставы. Откажитесь от прыжков, но вот быстрая ходьба, а также велосипед подходит отлично. Не стоит забывать о недостатке калорий. Этот совет важен всем худеющим. Жир не сможет уйти, даже если заниматься интенсивными тренировками. В случае несоблюдения питания необходимо менять аэробные нагрузки. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья!